начинаю новый формат своего видео. Буду показывать вам свои розы по несколько штук, чтобы не показывать по одной. И буду вам рассказывать немножко о том, что я знаю. Вот перед вами стоит кронпринцесса Маргарет. Ей 10 лет. Это рядышком Мэри Роуз и Тизи Джорджия. Видите, они вспыхнули за одни сутки. Вчера утром все начали раскрываться. После прохлады, которая длилась ночью до плюс 8, сейчас начала жара, 33-34 градуса. Это американский пион одновременно цветет. И вот такие шикарные розы. Это розы Дэвида Остина. Вот три штуки у меня их подряд идут, розы Дэвида Остина. Розы многолепестковые, с очень приятным ароматом. Аромат нежнейший, фруктовый. Вот ближе подошла, здесь тенек. Ну вот, не вижу по кадрам, что снимаю. Но, в общем, отражение солнечное сильно. Мэри Роуз пошла в этом году с большим побегом базальным. Смотрите, я ее и подвязала, но этого не хватило. Надо еще больше подвязку. Вот это Мэри Роуз. Она никогда не давала такие базальные побеги. Сейчас она очень с большим побегом. Всем этим трем розам, сейчас перейду до Тизи Джорджии, по 10 лет. Они высаживались очень давно. И вот как за 10 лет розы превращаются в вот такие большие ароматные кусты. И не все об этом знают. Когда садят свои розы, они не знают, во что превращаются вот такие огромные кусты. Покупают маленькими. В питомниках вам никто не скажет, какие розы могут быть через 10 лет и сколько им надо места для посадки. Вот эта красавица очень похожа на... Это Тизи Джорджия. Она очень похожа на кронпринцессу Маргарет. Но у нее сильные-сильные побеги. Она у меня вот уже из-за забора залезла. Машет там веточками. И на лиродендрон положила веточки. Там цветет, как будто там цветет мой лиродендрон. Это роза-медалистка. Она получила в 2000 году медаль за запах. Очень. Я сейчас стою здесь, ребята, среди этих роз. И с таким запахом на улице уже 28 градусов в 10 утра. Жарище невыносимое, а сейчас буду прятаться в тенек. Розы, конечно, после перепада в резках начали сбрасывать листики. Они начали внизу желтеть. Я уже их половину уже роз убрала. Да, листья убрала. Значит, посмотрите, какие многолепестковые. Вот сейчас пролезу в кусты. Вот смотрите, вот сколько лепестков у Тизи Джорджии. Посмотрите на этот цветок. Вот он. Ближе, ближе, потому что камера не приближает. Я сама камеру приблизила. Вот такие три розы. Вот я вам показала в этом видео. Только три. Вот сегодня утром я же выставила I свою питомника Барни. А эту я, эти три штучки, вам одновременно экономлю память на планшете. Посмотрите на эту ляпоту. Это Мэри Роуз. Красота. Еще и пахнет. Вот такие огроменные цветы у кроны принцессы Маргарет. Видите? Ветки наклоняются. Сильно широкая. Вон две туи уже закрыла. А вот внизу раскрылся сегодня утром мак. И новая посадка азалии. Смотрите, этот уголочек так. И лапчаточка. Лапчатка травянистая. Утром открывается, вечером закрывается. Вот такая красотища. Вот как смотрится этот участочек. Магнолия впереди, пионы. И вот как смотрится этот участочек. И с вот этими розочками.
Заходите, ребята, спрашивайте. Буду отвечать вам. Саду 10 лет, и розы по очереди тоже высаживались уже 10 лет вот такого прироста.